Телекомпания «Девятка ТВ» совместно с Вятским государственным университетом представляет. Друзья! Совсем недавно с Димой и с Катей мы побывали в гостях у одного удивительного человека, инженера кафедры электротехники и электроники Вятского государственного университета Игоря Ивановича Машковцева. И вот как это было весело. Смотрим. Здравствуйте. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте, Игорь Иванович. Вот, наконец-то, мы и попали в вашу чудесную лабораторию. Ребята, посмотрите, как много здесь интересного всего. И снова здравствуйте, Игорь Иванович. Здравствуйте. 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 И на сей раз у нас тут, я даже боюсь предположить, что это такое. На сей раз это очень интересный агрегат, очень, который позволяет вам сделать большой бабах. У нас есть такой небольшой конденсатор. А что это такое? Ну, это, помните, я вам рассказывал, емкость, в которой можно хранить электричество. Mm-hmm. То есть туда холодильник можно... для электричества. Холодильник для электричества. То есть туда можно закачать очень много всяких электрических зарядов, и они там сохраняются. Но если мы его разряжаем на какую-нибудь очень низкоумную проволочку, то создается очень большое выделение энергии в этой проволочке. То есть весь заряд, который там был в конденсаторе, моментально переходит в катушечку. Так? Там возникает большое количество энергии, которой куда-то надо выходить. Разряжая этот конденсатор, мы будем сжимать баночку. Представляете, видели все такие баночки? Энергия конденсатора подобна взрыву. И этот взрыв вы сейчас услышите. Поэтому сейчас я вас попрошу отойти на безопасное расстояние от нашего агрегата. И мы будем сжимать нашу баночку. И произойдет большой бабах. После чего баночка наша сожмется. Круто, правда, ребята? Да. И все это за счет силы электромагнитного поля. Ну и у меня такой логичный вопрос. Где же все-таки это можно применять, такое устройство? Этот эффект очень широко применяется в промышленности для производства различных изделий. То есть, если наш индуктор поместить внутрь баночки и включить, также разрядить на нее конденсатор, то магнитное поле будет расширять нашу баночку, и она примет заданный объем, который снаружи чем-то ограничен. Вот такое широкое применение. Спасибо вам большое. Приходите еще. Было очень классно. Пока-пока. До свидания. До свидания.